Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам покажу, как двигать предметы без рук. Круто! Ставь лайк! А перед тем, как мы начнем, не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на меня в Ютубе и на меня в лайке. Посмотрите пример. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if he won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. 'Cause I can give it all away. He won't be here next year. Вообще. Второе. Мы заходим в лайк и снимаем видео под любимую музыку. Давайте посмотрим это детально. Начинаем снимать первую часть нашего видео. Для этого видео я подготовила несколько зверушек. Заходим в лайк. Выбираем музыку. Я выберу вот это. Выбираем режим медленный. Убираем игрушки под камеру, чтобы их не было видно. И начинаем снимать, как я выталкиваю игрушки. Ну вот, как-то так. С первой частью мы закончили. Нажимаем на галочку. Смесь эффект. Выбираем обратное и распределяем на все видео. Нажимаем галочку «Продолжить» и сохраняем как частное. Теперь начинаем снимать вторую часть. Выбираем режим «Обычный». Я выберу маску, вот, например, вот эту, вот такого милого котика. И во время видео мы должны сделать движение руками, мы как бы отталкиваем игрушки. Я поставлю таймер на 10 секунд и начинаю снимать. 4, 3, 2, 1. Видео я сняла, сохраняю в приватное. Подождем. Теперь начинаем монтировать эти два видео в программе Ghostlands R. Я про эту программу уже говорила в прошлых моих видео, но скажу еще раз. Она есть как на Android, так и на iPhone. Выглядит она вот так. Она простая и бесплатная. Заходим в программу Ghostlands R. Нажимаем на привидение. Выбираем коллаж, верхний и нижний. Сейчас нам предложат добавить верхнее видео. Добавляем там, где я танцую. Теперь загружаем нижнее, там, где есть игрушки. Подстроим верхнее и нижнее видео, чтобы они совпали.
Music и убираем ползунок у нижнего видео. Теперь у нас один звук. Видите, наше нижнее видео не совпадает с нашими руками, поэтому мы подстроим его. Нажимаем на значок видео и подгоняем так, чтобы они подстроились нам под руки. Нажимаем галочку Next. Save. И Save it на зеленую кнопочку. Все, наше видео сохранилось. Можно вылаживать в лайк. Убираем лишний кусочек и убираем звук. Нажимаем продолжить. По желанию можно добавить фильтры или эффекты. Я добавлю фильтры. Я выберу вишню. Ой, как вишенки захотелось. Нажимаем продолжить. И пишем хэштег Снежана Снежок. Я зайду лайкну вас. Готово. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. И пишите в комментариях вопросы, если вам что-то непонятно. Я с удовольствием отвечу. Пока-пока! Давай, расскажи, где я не прав. Все тебе отдав, опустил мой дикий-дикий нрав. Детка, делай грязь, ты уже как мразь. Под ногами мгла, сзади пустота. Ты разрушила сама себя по ушам.